Ракета, которой был сбит малазийский «Боинг», по сведениям Минобороны России, принадлежала Украине. Военное ведомство сегодня предоставило новые данные о крушении MH17 в Донбассе. Также было заявлено о перехвате разговора украинских военнослужащих, который якобы подтверждает причастность Киева к крушению MH17. Материалы переданы голландской стороне. Тем временем Петр Порошенко указом приостановил действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Украинский лидер ввел в действие документ, ранее одобренный Советом нацбезопасности и обороны. Секретарь Совета Александр Турчинов рассказ об украинском следе ракеты назвал очередным неудачным фейком Кремля. В этом месяце будет объявлена дата создания суда по делу о крушении малазийского лайнера.